Дорогой друг, посмотри, есть ли в твоей жизни какое-то неустройство? Есть ли в твоей жизни какие-то плохие обстоятельства? Если да, то я дам тебе ответ. Ищи причину этого всего. Об этом говорит Писание. Где зависть и сварливость? Если ты постоянно пилишь, если ты постоянно недоволен, если ты критикуешь, если ты говоришь, надо делать так, а не так, поправляя человека без конца. И это начинается с раннего утра до позднего вечера. В твоей жизни будет неустройство. В твоей жизни будут плохие обстоятельства. И если в твоей жизни есть обстоятельства, ищи корень, значит, там есть еще и зависть. И то, чему ты особенно завидуешь, того у тебя и не будет. Писание говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот и ответ. Убери зависть, убери сварливость, и в твоей жизни изменятся обстоятельства. Уйдет неустроенность, и все худые обстоятельства поменяются на добрые обстоятельства.